Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня веселая игруха будет. Называется она «Зуба». Решила сделать все-таки на нее обзорчик. Надеюсь, она вам понравится. В общем, поехали. Так, наверное, я себя... Хотя, в принципе, можно не передвигать. Мобильная игруха есть на iOS, я с iOS, я с телефона играю. Не знаю, как вам там звучание. Сейчас попробуем, может, погромче можно. Графика на максималке. Я надеюсь, нормально все у вас слышно. Если нет, сделайте погромче, будете слышать громче меня. В общем, кто играет в Brawl Stars, подобие Brawl Stars, только мне кажется, намного повеселее. Бля, смешной персонаж. Куча тоже персов, добавляются новые персонажи, но отменность по сравнению с Бравлом, вы можете подбирать разные плюхи, то есть усовершенствованное оружие. Сейчас я вам покажу это в геймплее непосредственно. Плюс вы можете ставить дополнительно предметы на вашего героя, что тоже в принципе очень круто. То есть минус единственный — это пока одна карта. Но это, я думаю, недолго. Игре всего лишь там месяц с чем-то. В общем, поехали. Донатные вещи тоже есть. Алмазы, кристаллы, сундуки и прочее. VIP-абонемент есть месячный, а точнее недельный. Battle Pass вот такой вот у нас. Как видите, по Battle Pass лиги идут, то есть чем больше кубков вы нафармите, тем больше плюх вы получите, скажем, вот так вот. Блять, сука, ржачный. Есть также прокачка каждого героя. За прокачку каждого героя, за звезды на нем, вы получаете, ну, за кубки, по сути, дополнительно плюхи. То есть то же самое, как видите, конец сезона, то есть вот по сезону. Героев дофига. Поехали посмотрим с вами героев. Сейчас какие есть. Но у меня, я не играю, я особо в нее не задрочу, поэтому я даже не знаю, чем ее. Я чисто так по фану захожу, повоевал, вышел. Брюс. То есть каждого героя, как видите, есть его статы, активные и пассивные таланты. То есть вот у нас идет добавление предметов. То есть вы можете выбрать конкретно каждому герою сборку сделать отдельную, в соответствии, чем выше у вас будет уровень, их пока 10 я вижу, тем больше плюх вы можете накидать на вашего героя. Дальше. Вот такой вот Ларри. То есть у каждого героя, если хотите, буду постепенно вам писать видео, рассказывать по героям. Какой герой где применяется, как, ну, хотя, в принципе, как и где применяется, одна всего лишь карта. Но его плюсы и минусы, то есть у меня вот есть Никс и Баг. Есть еще куча других героев, которых можно найти в соответствии от лиги, в которой вы играете. Всего на сегодня их сколько у нас? Давайте. 3, 4, 5, 6, 7, 11 героев получается на сегодня всего есть. То есть они, конечно, все своеобразные, все прикольные. Вариаций очень много. Также есть куча халявы за дни. То есть можно получать бесплатно и платно. То есть можно добирать там итемы, прокачивать ваших героев, сундуки. Ну, в общем, куча всего. Оно добавляется, обновляется. У нас предметы, ежедневные миссии, за выполнение каких вы тоже будете получать плюхи. То есть убили, получили, и потом получаете за активацию награды за сезон. То есть вот такая вот есть Battle Pass, по сути, такое за сезон, там 42 нащелкаете за 7 дней, соответственно, получите изумрудный сундук. Каждый сундук, сейчас мы их тоже пооткрываем, имеет свои плюхи. То есть изумрудный ящик, вот видите, есть плюс 40 жетонов. Например, взять 40 жетонов — это жетоны, которые, видите, высокий шанс на нового персонажа. Жетоны — это для улучшения ваших героев.
То есть 120 жетонов плюс новый персонаж, плюс или эпический предмет. То есть вариаций очень много. Реально кайфовая тема. Поехали дальше. Что у нас есть еще интересного? Сундуки, как видите, можно с друзьями попросить помощь друзей, если у вас есть друзья. Либо можно вот так вот они выставляются, максимум 4 сундука. И спустя какое-то время вы их можете открывать. Есть бесплатные халявные ящики, я их уже позабирал. Бесплатные за просмотр рекламы самики. В общем, вот так вот. Можно с друзьями бегать, пока только доступно два режима. Либо соло, либо дуэт. Поехали пока в соло. В общем, поехали. Это ближнего боя персонаж. Вот такая вот пока доступна единственная карта. 35 человек. Каждый персонаж разный, то есть тут персонажей я не выбивал, их не доставал много. Все, что нафармил, там тоже. То есть в зависимости от ваших улучшений будет получше дамажить вас персонаж. Как видите, вот кубки у меня. Когда останется 10 человек, я тогда уже не пойду в минус, а пойду в плюс. Ну, кто играет долго здесь на таких кубках, кто имеет, кто с самого начала начал, кто имеет неплохие итемы и плюхи. Еще меня, наверное, законтачат. Не успели. Идет зона, то есть со временем зоопарк, короче, сужается и все, ну как обычная зона, все по сути находятся в одной точке. Падла. Это какое падла. Длинноногая. Меня где-то завалят. Ну тут как повезет. Тут, конечно, лучше всего, когда вы вылазите, где охранники, где побольше охранников, с них можно набить итемов нормально. Ну, видите, они с вампиризмом посильнее, чем я, 11 человек. Пусть его там завалят. Не надо меня убивать. Добили. Ну, у них вампиризм стоит, это вот именно те предметы, о которых я говорил. Вот он. Ну, кто дольше играет, кто больше открыл. Очень классная тема. Ты восстанавливаешь, по сути, от урона себе здоровье. Вот таким вот образом вы получаете дополнительно за бой кубки фармите, плюс получаете монетки, плюс, когда набираете 5, получаете сундук. Сундуки разные, опять же, как видите, я вам показывал. Что у меня по сундукам? Мы сейчас с вами откроем золотой сундук. Может попасться герой, может попасться все, что хочешь. Бум! И что у нас? Вуаля, ребятушки! Получил сразу же нового героя золотого сундука, Шелли. Новый персонаж. Плюс 8 на Брюса мы получили осколков. Вот так вот. И дофармили еще монетки. Ну, удачно открыли, видите. Ну, следующий по времени идет. Поехали еще раз в бой. Ну, я остальных героев не качаю. Я пока Брюсом осваиваюсь. Он, конечно, ближнего боя дамажит. Он в конце круто. То есть тут самое главное выжить до последних. Потому что очень часто его сливают, не успевает он. Ящерица, например, она намного быстрее. И он однозначно меня может убить сдалека. То есть, видите, у него дальность атаки в ближнего боя. Зато в ближнем бою он реально дамажит очень круто. Так, смотрим, что там у нас по карте. Пока непонятно.
Понятно. Все будут сбираться сюда, в общем, в итоге. Баки, Никса. Видите, что делается, блин. Успел. Развалил. Блин, тут забрал супер. Ладно, не страшно. Подождем здесь. Нам спешить особо некуда. Дона все равно идет к нам. Вот 10 человек осталось. Ага, особо к нам размечтался. Есть возможность выставлять вот таким вот образом защиту. Ну, короче, куча итемов новых, их добавляют со временем все больше и больше. Но игра реально, я не знаю, мне она сейчас, например, больше заходит, чем Бравл. Ладно. Попробуем его. Законтачить. Вот видите, он ушел в инвиз. То есть некоторые персонажи имеют возможность уходить в инвиз. Ну, мне тут, не знаю, сможем ли мы. Видите, дальнего боя, блин, мне тут, они меня просто сливают, варианта никакого нет. Ну, по-разному бывает. В общем, третье место. Надо дальше качать. Видите, у них более прокачанные персонажи, они дольше играют. Все зависит от того, как еще повезет, кто в конце, но в основном здесь рулят дальники. Вот у него супер, вот 4 за первое, мы бы получили побольше, добавили плюс 11. По поводу оружия персонажей, вот вы можете посмотреть здесь, то есть здесь разное копье, у каждого разное, вот если, допустим, топовое, перезарядка 3 секунды, тут 3,45 урон, 1500, тут 1300, то есть разница, то же самое бомбочки, допустим. Супер мега, радиус 5, то есть вырастает и радиус, ну, для каждого персонажа это отдельно. 850-977 лук по снарядам. В общем, разные вариации есть. Например, возьмем мы Лари с вами. Я попробуем им. Покажу вам разницу, просто чтобы вы понимали. Вот смотрите, этот подтягивает предметы к себе. То есть в этом его плюс. То, что он тянет. Плюс у него увеличенная скорость передвижения, как видите. Он побыстрее. То есть им как раз таки классно что-то таскать, стаскивать у кого-то. А, видите, что делает? Жираф отдолбанный. Как вы меня задрали. Вот я стащил. На халяву. То есть можно стоять в стороне и подтягивать к себе нужные предметы. А плюс он уходит вот так вот в инвиз, он невидимый становится. То есть тоже очень неплохо. Жизни, конечно, у него маловато. Вот видите, как стреляет. Ну, то есть меня вот только что не видели.
Блин, эти мелкие задрачивают. Можно выбирать зону, куда вы хотите стрелять. Меня развалили. Ну, он не прокачанный вообще. Посерьезнее ребята будут. В общем, такой вот персонаж. То есть разницу я вам показал. Ну вот вы зарабатываете ящик. Вот мы получили бронзовый. То есть с истечением времени вы можете его потом открыть, когда пройдет время. В общем, такая вот, ребятушки, игра. Пишите комменты, как вам она. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.